На суд жюри свои видеофильмы представили как профессиональные журналисты, так и жители города. Конкурс провели в 5 номинациях, среди которых «Слава моего предприятия», «Хорошо быть молодым», «Моя семья», «Район родной навек любимый». Как отмечает жюри, особого внимания заслуживают сюжеты студентов ЮРГУ. Фильмы были очень достойные. По сравнению с прошлым годом, фильмы необычные, номинации выдержаны все, буквально каждым участникам. Все попали в номинации, определены призеры. Нас удивило и порадовало в этом году ЮРГУ ТВ. Спасибо огромное ребятам за творческий подход. В этом году жюри оценивало 39 работ. В числе победителей оказались и студенты ЮРГУ. Татьяна Максимова со своим сюжетом «Брат за сестру» заняла второе место в номинации «Историю делают люди». Но в прошлом году я уже участвовала в этом фестивале. В прошлом году я стала победительницей. Я получила первое место, в этом году второе. Для меня любая победа – это всегда какой-то стимул. И всегда я этому очень рада, вне зависимости от того, какое место я заняла. О своей военной молодости с помощью фильма рассказал ветеран Великой Отечественной войны Борис Кудрявцев. Трогательный сюжет не занял призового места, но организаторы фестиваля не оставили без внимания ветерана и наградили спецпризом. Фильм, скажем, обо мне, значит, тут же кратко есть такие моменты, которые надо раскрывать и рассказывать обстановку. Ну, примерно. Я освобождал Карелию, Польшу, Германию, Берлин штурмовал. На этом фестиваль видеофильмов не заканчивается. Ровно через год предприятия Центрального района смогут сразиться за гран-при.